я многих повидала, видит Бог. Но вы один из тех, кому не вправе я отказать в отраве и оправе любви, так окрыляющий сапог. Ступайте, терпеливо подожду и стану прихотливой сердцевиной путей торговых и рожу вам сына и утолю тревоги и вражду, когда душа печально запоет. Случится это лет примерно в 40. Семейный не поможет вам психолог. Наступит долгожданный мой черед. Поймете жизни профиль и анфас, и все ее остроты и красоты не стоят замечательной работы. Что женщина без всяческих прикрас творит священнодействие под домом путем ко мне нечастым и знакомым. Преследуете вы в последний раз торговля и военные дела. Спокон веков сопутствовали миру, и его творите, беситесь с жиру. А женщина любовь уберегла, а годы ожидания в зачет останутся со мной вот у соседки. И муж при ней сидит, как птица в клетке, но пишет, пишет ночи напролет.